Ну а сейчас продолжаем по бескрайним просторам путешествия. Да. Это было в Архангельском городе. То есть что сподвигло на написание следующей песни? Выезд из Архангельска и большой человек, очень вкусно отдыхающий на земле. Действительно вкусно человек лежал, и хотелось прилечь рядом. Напьешься, будешь, да. Но образ разросся до величин, соизмеримых с тем, что вы, собственно, сейчас услышите. Русская народная основная основа музыкальная дала право назвать эту песню «Кадриль». Ветер шевелит, спутник шевелит за ноги.